Всем привет! Меня зовут Ермоленко Игорь. Я являюсь активным участником сообщества Суперкопилка. Хотел бы сегодня сделать отзыв о полученной выплате, а также показать свою стратегию, которую я применяю в личном кабинете. Смотрите, значит, в понедельник, 22 марта, 7 дней назад, сегодня у нас 28 марта, воскресенье, да, я запросил на вывод средства в размере $3000. Эти деньги в течение 6 дней поступили на мой кошелек Perfect Money. Что мы можем наблюдать? 22 марта $500, 23 марта $500, 24, 25, 26 и 27 марта. То есть в течение 6 дней было 6 траншей по $500. Это у нас таким образом крупные суммы выводятся из суперкопилки. Называются торрент выплаты, да? Как мы видим, плательщик суперкопилка, ну и мой никнейм Ермол26262. Вывод средств осуществился без звонка сотрудника службы безопасности. Связываю это с тем, что я уже давно работаю в суперкопилке с осени 2017 года, то есть уже 3,5 года. Всем новым участникам обычно сотрудники службы безопасности звонят, дабы подтвердить их личность, да? Так, теперь перейдем к обзору моей стратегии. Смотрите, сейчас заканчивается, да, первая неделя после последней адаптации, то есть это первая неделя нового цикла подготовки к следующей адаптации. Следующая адаптация у нас 18 апреля 2021 года. На этой неделе желательно было сделать карму не менее 25%, что я, в принципе, и сделал. На текущий момент карма у меня 25.39, следую рекомендациям. Заходим в график выплат. Стратегия у меня плавно растущая на 1% в неделю. Как вы можете наблюдать, на текущей неделе все выплаты я уже получил. Следующие выплаты у меня начнутся с понедельника, с 29 марта. Мы видим, что выплаты на следующей неделе $535, копейки не считаем, да? Плюс 1% примерно 540, 545, 550. Далее я уже начал увеличиваться на $6, 556, 562, 568 и так далее. То есть примерно увеличиваюсь на 1%. Основная закольцовка у меня длиною 22 недели. То есть я стараюсь на 22 неделе делать выплату на 1% больше предыдущей недели, да? То есть вот сейчас уже в конце своей стратегии начинаю увеличиваться на $7. Смотрите, значит, на 21 неделе у меня сколько? 652 выплата плюс $7, 659. Уже в понедельник, завтра я на 22 неделе, на сместившейся 23, то есть она будет на 22 неделе, я создам уже выплату размером 666, число зверя, внезапно. Так, смотрим дальше, да, помимо основной стратегии у меня есть очень длинный хвост. Ну, а также, конечно, небольшие свечки, оставшиеся от моей предыдущей стратегии, которую я с успехом разрушил. Был такой период в жизни, неправильно рассчитал свои силы и возможности, и пришлось старую стратегию удалить. Ну, об этом я рассказывал уже не раз, да? Постоянные зрители моего канала, думаю, знают об этом. Идем дальше. Жирный-жирный хвост у меня с выплатами по 350. Эти выплаты у меня идут вплоть до 200 недели. Я дошел целями с выплатой по 350 до 200 недели. Потом оттолкнулся, получается, ну визуально тогда, от стены в 200 недель. И начал поверх выплат в 350 строить новые программы, чтобы суммарная выплата стала 700. Что мы и наблюдаем, да, ну почти 700, у меня получается по 699, да, программы. Оттолкнулся и пошел в обратном направлении. Вот мы смотрим, что выплаты по 700 на текущий момент времени уже находятся на 130 неделе. Вот такая стратегия. Программы в основном здесь цели накопления. Как мы знаем, в суперкопилке можно создавать цели накопления, можно создавать депозиты, рантье. Ну, в последнее время я использую цели.
А вот когда разрушал старую стратегию, да, все цели мною были удалены, а все депозиты я вручную адаптировал на тот момент на дальние недели. Это были где-то 60-е, 70-е, 80-е, там вплоть до сотых недель. Постепенно эти адаптированные депозиты сейчас подходят к своим датам выплаты. Ну, допустим, самая крупная свеча выплатится через 40 недель. Ну, а сейчас я получаю более мелкие выплаты, также по адаптированным депозитам. Вот, допустим, смотрите, на следующей неделе у меня будут выплаты по нескольким депозитам. Волшебная копилочка, 10 долларов на 67 недель. Выплата должна была быть 19 мая 2020 года. Я ее вручную адаптировал, и выплатится она по факту 29 марта, да, 2021 года, на год позже. Ну, тогда была в этом необходимость. Вот, смотрите, данная стратегия увеличения основной закольцовки на 1% в неделю позволяет мне на постоянной основе увеличивать свой пассивный доход. То есть с каждой недели мой доход все больше и больше и больше и больше. Если вы планируете увеличивать выплаты на 2%, допустим, да, в неделю, либо на больший процент, 3, 4, 5 и так далее, да, то имейте в виду, вот такая стратегия потребует дополнительного финансирования. Для того, чтобы получать максимальный процент доходности, да, по закольцовке, необходимо держать график ровным, чтобы все выплаты в графике были одинаковыми. Ну, к примеру, если текущая выплата 535, то на всех неделях, допустим, до 22 недели, должны быть выплаты по 535 долларов с копейками. Это для тех, кто не знал. На этом обзор моей стратегии можно завершить. В конце хочу сказать, что помимо того, что я являюсь активным участником сообщества Суперкопилка, я также являюсь одним из руководителей консалтингового центра сообщества Суперкопилка. Помогаю участникам разобраться в нашем проекте и настроить стабильный денежный поток. Если у вас есть вопросы по строительству своей собственной стратегии пассивного дохода, вы всегда можете ко мне обратиться за консультацией. Я вам помогу, расскажу, объясню, как максимально быстро и эффективно построить ту либо иную стратегию. Мои контакты находятся в описании к этому видео на YouTube. По ним вы всегда сможете выйти со мной на контакт. Если видео вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите кнопку колокольчик, напишите комментарий, что вы думаете об информации, да, показанной в данном видео. На этом все. Всем пока. Удачных вам инвестиций. До скорых встреч. Arrivederci.